Буквально несколько дней назад я ловил белого хищника у себя на реках средней полосе. Но уже сегодня я нахожусь в Приморско-Ахтарском районе, в так называемых лиманах, где буду ловить щуку на поверхностной приманке. А что у меня из этого получится, вы обязательно увидите. Ну что, первый заброс. Начну, пожалуй, с поперов, а потом уже посмотрю по поведению рыбы. Возможно, перейду на уокеры или еще на какие-нибудь там поверхностные приманки. Ну, понеслась! Ну, приманка запуталась. И в ту же точечку. Хотелось бы. Рыбка небольшая, но зато поклевка очень зрелищная. Ну, это неплохая на самом деле. Ну вот у меня сейчас до этого был выход, и со второго заброса я ее все-таки доловил. Возможно, это была та же самая, потому что ее просто здесь очень много. А скорее всего, это просто утренний выход. Ну, так что давайте не будем терять время, быстро освободим рыбу, отпустим и продолжим дальше нашу ловлю. Эх. Съела наш уокер. Мы сначала попробовали с утра половить на поппер, сделали несколько забросов, проводок, но рыба никак не реагировала. Потом поставил уокер, в данном случае у меня Мацакер 110 от Шакал. И вот у него уже было несколько выходов, и вот результативная поимочка. Поклевочка. Давай, иди сюда. Долго мы ждали этой поклевки. Наконец-то. Наверное, уже 2 часа мы просто впустую ловим. Уже плюнули на какие-то определенные места, не становились на так называемый наш якорь. В здешних местах он называется тычкой. Мы просто шли дрейфом и облавливали. Ну, просто кидали в никуда по сторонам, мы экспериментировали с приманками. Вот если с утра у нас уокеры хорошо сработали, то сейчас я перешел на попперы. Вот был один выход, доловить не удалось. И вот немножко мы еще прошли по воде дрейфом. И вот классная такая закилушечка, я думаю, жадненько так схватила поппер. Держится прямо на одном крючке. Все. Опа! А. Не просто взять краснодарскую щучку в руки. Ну вот это уже очень приятная рыба.
И главное, что самое характерное, поклевка была на глазах. Помимо того, что мы всегда, когда ловим на поверхностные приманки, мы контролируем визуально нашу приманку, как она играет. Плюс я видел в метре от приманки бурун, и рыба устремилась к моей приманке, и я уже был в предвкушении этой поклевки. И она случилась на глазах просто за считанные секунды. И вот такая вот приятная рыбка у меня в руках. Класс, друзья! Фу, очень эмоциональная действительно рыбалка на поверхностные приманочки. В траву пошла. Обязательно отпускайте рыбу. Она небольшая. Большая, но все равно приятно. Маленький шнурочек. Сменил приманочку. Сейчас у меня бойл триггер. Ну все равно такая булькающая тема, она сегодня работает. Давай, иди. Вот сейчас был выход, очень хорошая рыба, было видно по бурунам. Рыба два раза разворачивалась возле приманки, но не атаковала. Ну, в таком случае либо можно попробовать доловить ее, либо сменить приманку на кардинально другую. То есть у меня сейчас был триггер, в данном случае это такой поппер двухсоставной. Сейчас попробую поставить вокер. Вот он, Мацакер 110-й вокерок. Сейчас попробую доловить. Вот где-то примерно вот там она первый раз вышла, и второй раз выходила уже немножко поближе. Но я сейчас кину подальше. Доловил! Ух ты! Блин, она в траве. Ну, давай, давай, скальдик, скальдик. Ну, небольшая. Ну, небольшая, конечно, это не та, которая выходила, но сам факт, смена приманки, она действительно дает свои результаты. То есть, как изначально я пробовал ловить на поппер, потом поставил вокер, и все равно через несколько забросов рыбку все-таки я доловил. Какие люди! Василий Вадимович, вы ли это? Привет, Максим, привет! Привет, как давай успехи? Поближе. Привет, дорогой. Поймал, наверное, штук 5. О, а размер? Ну, наверное, самая большая где-то там может быть около двушки, там плюс-минус. Ну, у нас в среднем рыба помельче, но сегодня вот Арташ поймал на 5200 щуку. Ух ты! Да, отличный трофей. Поцеловали, отпустили, сфотографировали. И на что? Вот, ну, на наше краснодарское калибуло. А, то есть на секретное оружие, да, всегда да, секретные да, приманочки, да. Вот эти ваши все краснодарские фишечки, да? Да, да, все это работает, все это проверено. Слушай, ну может быть тогда завтра вместе половим? Ну, я думаю, отличная идея, у меня как раз выходной.
Вот, я думаю, посвятим. Ловля на поверхностные приманки. И раскрыть свои вот эти секретики все, да? Без проблем. Ну, отлично, супер, давай, до завтра. Давай, давай. Святой Макс, слыхал о таком? Нимф видел над головой? Ну да, мы такие все. Орловские горячие парни. Ой-ой-ой-ой, я там походу корабль зацепил. Я тебя сфотографирую, отпущу. О, мама, блядь. Я бы сейчас, наверное, ругнулся бы. Ну да ладно. Ну чё, она всё откусила. Развернулась и перекусила леску. Наверное, жалко, но жалко, скорее всего, приманку. Ту, на которую сегодня было очень много поклевок. Именно вся рыба была поймана на поппер иска Pop Grand от Шакал. Ну, к сожалению, он с ней уплыл. Но я надеюсь, она все равно жить будет, выплюнет его рано или поздно. Эх. Обидно. Хорошая рыба была. Такой задвундель уверенный. Жалко, жалко. Сейчас мы находимся на обширном мелководье. Здесь как нельзя лучше подойдут поисковые приманки. То есть нам нужно найти скопление рыбы. В данном случае я поставил именно крэнк, потому что здесь достаточно высоко поднимается трава. И приманки с нулевым заглублением идут по самой поверхности. И тем самым как бы мы можем обнаружить либо активную рыбу, либо ее скопление, облавливая как раз вот именно большую-большую площадь. При поиске стоит совершать забросы вот так вот веером. При этом мы еще сплавляемся, нас потихоньку несет ветер. Поэтому мы за короткий промежуток времени успеваем обловить большую акваторию и определить, где сейчас стоит активная рыба. При поиске чаще всего стоит применять именно равномерную проводку, то есть на ту проводку, на которой приманка будет вот эти совершать колебания благодаря лопатке. Вот если же рыба обнаружена, либо она не такая активная, то можно проводить приманку с остановками, то есть мы делаем несколько оборотов катушки и на короткий промежуток времени оставляем ее, опять подматываем, опять делаем паузу. Поклевки щуки могут произойти как на паузе, так и вот при начале движения. Это вот в основном происходят атаки. А еще
главная особенность ловли на поверхностные приманки, мы можем без проблем справить нужду, не заканчивая проводки. Да? А? Ну да, да. Вот на медленной проводке, на очередной паузе произошла атака, и вот некрупный щуренок среагировал на попера. Мы его сейчас аккуратно отцепим и отпустим. Щука вышла где-то метров за 5-7 от приманки. То есть она ее услышала, среагировала именно на вот эти вот булькающие звуки, которые привлекли ее внимание. Сейчас мы аккуратненько ее отцепим и отпустим подрастать. Ах ты! Опять мимо. Ё-моё! Надо же долавливать. Килушечка у меня там дежурная. Или не до килушечка. Или после килушечка. Короче, щука травянка. И с вот таким глазом. Щука, щука. Такая злая поклевка. Хотя, несмотря на то, что уже день, жара, а рыба вышла и ловится. Это всегда не может не радовать. Никого нету на водоеме. Все уже разъехались, а рыба только начала ловиться. Да. Красотка. Крупная рыба, она берет спокойно, уверенно. Вот она! Вот она, уверенно! На! И все, и так. Скальп, какая она звонкая палка! Просто каждое касание рыбы, просто как звон в ушах. Ух, хороша. Прям каждая поклевка удовольствие доставляет. Рыба активная, злая. Ай, красотка. Ай, красотка, сейчас я тебя отпущу. Ай, молодец. Ух. Ты ее дрессируешь? Да. Ох, толстенькая. О, вот эта рыбка побывала в сетке. Вот видно остатки сетей. К сожалению, браконьерство еще остается в наше время актуальной проблемой. Уже сетка вросла в пузо. Мы сейчас аккуратно. Видно, что рыбе неприятно. Аккуратно отцепим. Ах, красавица. Ну, раз ты из сетки ушла, то я думаю, мы тебя с превеликим удовольствием отпустим. Ух ты! Ну молодец, ну красиво. Вот эта девочка, пятерка тебе. Ты видел, Вась? Па-бам! А? Отлично. Долго я выпирался в эту приманку, но было несколько поклевок, ну рыбка небольшая клевала, но вот это уже такая приятная. Со зрелищной такой поклевочкой. Ух, красота! Ну что, с утра мы ловили, упирались больше в попера. Ай-яй-яй. То есть они поработали всего несколько часов, а сейчас вот поняли, может быть, это либо фишка какая-то. Сейчас время уже ближется к полудню, и мы перешли на волкера. Очень много было на них выходов. Также было поимочки, но рыбка, как я уже сказал, небольшая. Вот сейчас у меня сработал матсакер 110.
Таких-то, да поболе. Да трохи бы покрупнейше еще, чтоб шло. Ну что, это кроха? Кроха, це маленька была. Ох, блин, вышла опять. Сейчас я ее доберу. Есть. Хорошая поклевка. Главное не дать ей уйти в траву. Взяла на поппер по классике. Буквально 2-3 рывка. Вышла щука из травы. Сделала одну очень такую красивую атаку. То есть она очень уверенно его взяла. Приманка компактная. И она легко оказывается в пасти у щуки. Ну, сейчас мы ее... Рыба очень активная. Надо дать ей погулять. Сейчас я ее возьму. О, есть! О, красотка какая. Есть. Ну вот, в подтверждение моих слов, все мы сделали правильно. Такое локальное место. Лежачая трава. Я поставил поппер. Сделал медленную проводку одиночными рывками. И вот он, результат налицо. Прекрасная щука, красивая. Очень сильная. Приманочка Джека Леска Поп Гранд. Это, наверное, один из моих любимых попперов, которые я использую постоянно. Вот такая вот красотка. Есть! Эмоций просто куча. Очень красивая атака. Я выдержал паузу после атаки, убедился, что щука проглотила приманку, чтобы не делать холостую подсечку. После чего подсек ее, и началось вываживание. Красота. Сработал. Несколько было выходов на поппер, вот, но щука как-то очень аккуратно стала относиться к вот этим вот громким приманкам. Я решил поставить небольшой волкер, это Бонни в 85 размере, и сделал аккуратную проводку с долгими паузами. Я увидел, как щука вышла, была возле приманки, сделал аккуратненько несколько легких рывков, и щука просто атаковала. Вот эту вот легкую добычу, так скажем. Красиво, красиво. Красотка. Есть. Красивая рыбка.